Всем привет, ребята! С вами я, Стефан, и вы на канале Стефанчик ОТБ. И сегодня у нас самый сладкий день. Я буду делать из шоколада домашние вкусненькие конфетки, а также другие вкусняшки вместе с Настей. Привет, ребята, привет! Стефан, какие ингредиенты ты сегодня подготовил? Показывай, ребята. Я подготовил черный шоколад, молочный шоколад, какие-то разноцветные палочки, мои киндеры, которые остались от распаковки, лозу, украшение, которое я сделал в школе. Прямо на праздник. Это ты делал в школе на праздник? А что это за праздник? Сан-Джорджи. Да? Расскажи ребятам про этот праздник. Девочкам дали от лозы, а мальчикам дали от книжки. Это вот такой удивительный праздник, да, в Испании? Какой ароматный шоколад! Еще, ребята, мы подготовили со Стефаном разные мармеладинки, орешки кешью, лесные орешки, печеньки и разные атрибуты и украшения для наших будущих конфеток. Все это, ребята, вы можете использовать в домашнюю начинку для наших будущих шоколадных конфеток. Молочко. И домашнее молочко, да, Стефан, которое ты любишь и которое мы сейчас будем уже заливать в эту форму. И также мы, Стефан, приготовили какао. Масло какао, либо обычное какао, можно тоже добавлять в домашние шоколадные конфеты. И оно сделано из зернышек. Ты знаешь, что такое какао? Объясни более подробно, ребята. Так я его уже пил 50 раз. Оно сделано из зерн. Ну, не просто из зерн, а из какао-бобов. Стефан, а ты знаешь, когда отмечается Всемирный день шоколада? Так я такого праздника не знаю, я не знаю, когда он будет. А он есть и отмечается 11 июля. Ну что, теперь приступим к приготовлению домашних конфет? Да, давай. Доставай свои шоколадки и высыпай в эту формочку. Вот, здорово. И следующие шоколадки. Вот, здорово. Так, и еще вот такой соус мы добавляем прямо с киндера. Все это, ребята, мы загружаем в одну формочку. Белый, черный, молочный шоколад. Все, все, все. Какой у вас сюрприз шоколадный? Такой шоколад и попадает в формочку. Давай, Стефан. Давай это еще сильнее отряхнем, чтобы прям все упало. Давай, все упало. Все, теперь у нас все на дне. Как ты думаешь, чего нам не хватает? Нам не хватает еще киндеров. Ну, давай еще добавим. Этого достаточно, Стефан? Нет, не достаточно. И, ребята, этого достаточно. И после этого... Самое главное, что мы должны сделать, это взять эту кастрюльку и туда молочко. Воды? Да. Это будет паровая баня. Ты знаешь, что такое паровая баня? Баня? Я не знаю, что такое баня. Баня – это где люди парятся. А паровая баня используется для готовки, когда ты заливаешь воду в кастрюльку, а затем мисочку, в которой тебе нужно что-то растопить, ставишь на нее, а кастрюльку ставишь на огонь. И таким образом шоколад твой быстро-быстро начинает таять и не пачкает кастрюльку, которую, кстати, ребята, очень трудно отмыть. Ну что, будем заливать молоко? Да, Стефан, заливай молоко. Можешь прямо вообще над миской, чтобы оно не пролилось. И какой еще рецепт? Как мы получим домашние вкусненькие конфетки? После этого, ребята, когда вы залили с родителями молочко, растопили это все на водяной бане, мы берем друшлачок
и заливаем наши конфетки в любые формочки. Смотри, это форма чего? Это форма сердечек. Да, такую форму отлично можно использовать для 14 февраля. Ты знаешь, что это за праздник? Да. Это день влюбленных. Вот так. И не только. Можно использовать такие формочки, но и другие. А для начинки мы можем также добавить потом в растопившуюся нашу баню шоколад вот такие орешки. Когда мы заливаем шоколад сюда в формочки, вот так потом вставляем. Держи, Стефан, можешь тоже показать ребятам, как вставляется орешка. Ну что, Стефан, ты отпускаешь меня на кухню? Да, давай, иди быстрее, готовь. Хорошо, ребята, я скоро вернусь. А пока Насти нет, я вам расскажу маленький секрет. Что я еще могу готовить из шоколада? Например, шоколадную какашку. Два этого мне понравится, кондитерский пакет и растопленный шоколад. Ребята, у меня появился уже кондитерский пакет, что я уже буду делать какашку. Да-да-да-да. Какашку было удовольствие, ну, такое среднее. Ну что, осталось поставить ее в морозильник, и уже можно посмотреть на красивую какашку. Ну, я пошел морозить. Давайте поставим в морозилку. И закроем. Вот я и вернулся с Настей, и все у нас готово. Ребята, ну что, наш горячий шоколад уже готов, он растоплен, и мы со Стефаном выбрали такую формочку летнюю с разными фруктами и залили сюда шоколад. И вот такой вот сделали кексик. И осталось нам еще залить виноградинку нашим шоколадом. Давай, Стефан, держи формочку и покажем ребятам, как мы заливаем наш шоколад с орешками. Вот в такую формочку. Вот, Стефан, расправляем нашу залили формочку. Все конфетки поправляем. Кексик поправляем. И теперь нужно отнести, как ты думаешь, куда? В морозилку. Поехали, ребята. Относим формочки в морозилку. Пошли. Пошли. После 2-3 часов, ребята, достаем наши конфетки, кексик. И еще нашу какашку. С морозилки и приступаем к декору. Для наших какашек у нас такие глазки большие. А для конфеток, ребята, мы подготовили различные орешки, либо вот такие вот еще палочки. Вот так берем апельсинчиком, украшаем наш кексик. Вот такой шоколадный кексик у нас получился. И еще можно, ребята, добавить таких вот орешек в наши конфетки. И тогда они будут не только вкусные, но и оригинальные. Теперь я приклею этой какашке глазки. Наши шоколадные домашние конфеты, наш кексик. И наши какашки. Готовы и красивы. Ими можно угощать гостей.
Ого, Стефан, ты так задекорировал свою какашку. И что, ты ее будешь кушать? Да, конечно. Она же очень вкусная, я оставалась. Ну что, Стефан, пришло время пробовать наши конфетки. Ты готов? Да. А ты знаешь интересный такой факт, что когда ты выбираешь определенной формы конфетку, можно узнать, что ты за человек, и дать тебе характеристику. Вот какая на тебя смотрит. А я вообще не знаю, поэтому выберу наугад. Например, это. О, ты выбрал круглую форму. Знаешь, что это значит? Что? Что ты любознательный экстраверт. А что такое экстраверт? Экстраверт, ребята, это человек, который очень любит много общаться, познавать наш мир. И вообще открыт к обществу и общению со всеми. А есть другие похожие? Нет похожих, но есть противоположные люди. Вот те люди, которые любят выбирать, ребята, треугольную форму конфетки, они считаются интровертами. А-а-а, интроверты кто такие? Интроверты – это люди, которые любят быть наедине с собой и не сильно любят общаться. Понятно, но я точно их словил. Что, Стефан, я смотрю, ты почти съел всю конфету. Вкусные получились? Да, очень. Вкуснее, чем продуктовые. Чем в магазине, да? Да. Ну вот, ребята, сегодня вы научились, как можно с родителями вместе приготовить настоящие шоколадные конфеты домашние. Как круто! Еще мне понравились мои какашки, у которого три глаза. А мне очень понравилась твоя шоколадная роза, которую ты делал на праздник. Почти как в музее шоколада в Барселоне. Ты там был? Нет, я там не был. Ну, я думаю, что скоро ты своим подписчикам его обязательно покажешь. Ну что, Стефан, мне пора идти. Ну окей, давай, пока! Пока, ребята, пока, Стефан! Ребята, смотрите, что мы сегодня сделали. Конфетки из шоколадного сюрприза. Кексик из шоколадного сюрприза. И в нем разные украшения. И самое главное – это какашки! Ну что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте много лайков и много гарантий, а то я вас нападу. Какашка, ты что говоришь? Ну что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте много лайков и всем пока! Я еще поем.